Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Ну что, давайте поиграем с вами в Forbidden Clicker Party, как я вам и обещал. Игра похожа по стилистике на Cuphead. Многие знают эту игру. Только в отличие от той, у нас здесь кликер. А в кликере что самое главное? Кликать, естественно. И чем чаще, тем лучше. Так, здесь у нас какие-то, так скажем, нападают фрукты. Всякие яблочки, ананасы, сливы, я не пойму, какие-то. Кто это такое? Морковь, что ли, или сосиска? В общем, неважно. Давайте всех будем тут бомбить потихонечку. Так, у нас уже 7-й уровень. Мы не успели начать играть. Уже до 7-го левела добрались. Уже 8-й. Кстати, а за кого это мы с вами играем? Я съел своего старого хозяина. О, привет, собака. Рудольф. Так, мы с вами открываем первого героя. Так, давайте-ка его возьмем. Максимум мы можем, получается, 4 персонажа брать с собой, ясно. Так, собачка у нас эта. Так вот, говорю, кто это вообще такой? За кого мы играем? Что это за парнишка, который мне неизвестен вообще? Если даже это мультик, то, пожалуй, это где-то 50-х, 60-х годов однозначно. Меня еще тогда на свете не было, поэтому я не могу знать ничего про этого персонажа. Так, HP. Все, увеличили. Также у нас, ребята, здесь будет расти сила клика. Надо будет только дождаться, когда появится у нас увеличение, и обязательно будем увеличивать. Так, давай-ка бомби. Отлично. Ну, поначалу здесь ничего сложного нету. Атаку усилим. Все. Сколько здесь, интересно, уровней вообще? Чтобы нам перейти на другую локацию. Ладно, мы, надеюсь, это тоже с вами увидим все. Пока ничего сложного нету. Какие-то апельсины, мандарины нападают. Так, 11 уже урона мы наносим. Все равно этого мало. У меня вон персонажи, я смотрю, там сколько? По 70 бьют. А я всего лишь 11. Но зато я намного быстрее бью, чем они. Так что у меня преимущество 12, 13. Сила удара у меня уже 13. Так, ну, сдохнет уже. Давайте-ка на атаку повысим и хп. Так, у моего главного персонажа 1000 хпшек, да? У пса. Ну, у пса где-то столько же. О, еще она нас ползет. Злой-то какой, а, с красными глазами. Сейчас мы тебя накумарим, порежем на дольки и съедим. Ха, нет, я есть его не буду, а мои персонажи, наверное, не откажутся. Кстати, я так понял, ровно на 20-м, 10-м, потом, наверное, 30-м, 40-м уровне будет выходить такой вот периодический боссик. Маленький такой, никчемный. Так, время приступить к работе. Мы с вами открываем персонажа-ведьму. Я ем чернику для радости. Так, давайте-ка поставим. Вот так. Жалко, что всего 4, ребят. Обычно в кликерах персонажи, да практически все могут стоять, а тут всего лишь 4. Не нравится мне это. Не хочу, чтобы так было. Так, о, сила клика 17 уже. Шикарненько. И 23 уровень у нас. Так, ну что, ребята, после вот этой игры нам осталось посмотреть всего ничего. Там у меня Сабнатика, но на ее счет я пока сомневаюсь. Вы, ребята, мне напишите, хотите ли вы видеть, как я играю в эту игру. Я ни хрена там не понял, если честно, посмотрел ее так мельком. Уж больно много там развиваться надо, и все это так долго. Короче, вы пишите, а мы уже там с вами определимся. И еще у нас Fate to Silence. Ну, ребят, честно говоря, я в нее зашел, посмотрел. Ролик по-прежнему тормозит. Начальный, хотя вроде бы как в инвентаре там много что поменялось. Вроде как и локация увеличилась. Тоже, короче, мы с вами глянем, но это будет все позже. Вообще планов, честно говоря, очень много. Правда, мне надо будет идти на работу. Сейчас, как вы поняли, у меня выходные, поэтому ролики выходят с быстрой периодичностью. А когда на работу выходишь, все, можно на 2-3 дня забыть про них вообще, потому что нет времени, нет возможности. Вообще хочу в отпуск, если честно.
Ой, но он у меня только лишь в октябре. Точнее, даже в ноябре. Так что мне еще долго пиликать до него. Ну что же, у нас уже с вами 30 уровень. Так, еще какой-то тут ананас у нас. Все, мы его прибили. Ведьма что-то там пуляет, пуляет. Непонятно, что она делает. Опа, открылся у нас магазин. Устали от старой скорости? Постарайтесь увеличить ее. Ускорение времени, да? А почему я не могу ускорить? 30 уровень. А, все, ребят, я понял. Не хватает желудей. Сейчас 1000 этих желудей наберем. И вот, теперь можно покупать. Вот так-то, замечательно. Ускорение времени вот здесь вот. Ага, все намного быстрее стало у нас идти. Это хорошо, в принципе. Единственное, что мне еще хотелось бы, знаете, здесь автокликер, чтобы был. Чтобы вот я вот так вот пальчиком не водил, как говорится, и не нажимал постоянно, а чтобы он сам это делал. Ну, во многих кликер-играх это, как говорится, распространено. Слушайте, у ведьмы кошак бедный, такой недовольный, скукожился весь. Ай, бедняга. Слушайте, не слишком ли большая скорость для нас? По-моему, у нас потихоньку начинает тут давить. Или мне так кажется? Слушайте, что-то как-то не успеваем мы, по-моему, справляться с ними. Ладно, если будет совсем плохо, понизим ее. Так, о, сила клика у нас уже 25. Ха, растем. Растем, ребята. Так, атака ведьмишки. Я надеюсь, будет от этого хоть какой-то толк. Я не могу понять, собака у нас атакует массово, что ли? Вот она прыгает, по-моему, сразу нескольких задевает. А ведьма вроде бы как тоже. Ну, она вот, почему-то ведьма мне более знакома. Такое ощущение, что из какого-то, да, более знакомого мультика. А может быть, просто похоже? Так. Когда же у нас будет новый уровень-то? Ага, еще раз ананас пришел. Так, подождите, ребята. Оу, собаку закромсали. Так, она нас упал. Где псина? Дайте мне псину. Опа. Рука Гомера спустила нам ее вниз. Так, давайте-ка дальше бомбить здесь. По-моему, ребята... Ох, нет. Я уже думал, сейчас ведьма у меня упадет. Но ничего подобного. Уровень довольно быстро здесь растет. Я 24 уровня уже. Видимо, 21-го. А собака непонятно какого уровня. Что-то она вся в каких-то пятнах желтых. Не могу врубиться, что надо там сделать. Так, ребята. 31 сила клика уже у меня стало. И 44 уровень у нас на прохождении, грубо говоря. Сейчас мы их... Ох, сколько вас здесь, а? Сколько же вас здесь много. Так. Все, 45-й, да, сейчас будет? Да, 45-й. Почему никого больше не дают, а? Давайте мне новых персонажей. 34. Так. 25-й уровень уже у меня. 23-й у моей ведьмочки. Да, во время вот таких игр, ребята, можно спокойно поговорить на разные темы, согласитесь. Да что тут, нажимаешь себе на кнопку одну единственную, больше здесь ничего делать не надо. Игра для ленивых, таймкиллер, убивалка времени. Ну, будем надеяться, что здесь что-то все-таки будет хорошее и отличительная какая-то черта от многих и многих подобных игр. Мне бы хотелось, потому что графически, в принципе, сделана она довольно неплохо. Милая рисованная игрулька, недовольная ведьмочка, скукоженный кот, парень вечно довольный, почему-то похожий как на Пиноккио, ну не знаю, вот почему-то похож и все. Собачка у нас с какой-то подвязанной кружкой на шее. В общем, все хорошо. Так, 49-й левел. Оу! Смотри-ка, лимоновая голова пришла. Так, давайте-ка бомбить. Ну, это, видимо, ребята, босс у нас. Да-да-да, потому что, видите,
Шкала на полэкрана здесь у него. Ну, он вообще ватный, он даже дамага не наносит моим персонажам. Ёлки-палки. Все, что ли? Открыто достижение у нас какое-то. Но неужели мы с вами перешли на новую локацию? Так, что у нас тут? На 5% больше желудей. Конечно, покупаем. Желуди нам нужны. Там еще дофига чего можно развивать, оказывается. Ха. А персонажа мне дадут когда-нибудь новенького или нет еще одного? Давай, давай, давай. Это у нас кто такие? Это напоминает мне, знаете, что... Этот, хотел сказать, стойкий оловянный солдатик. Нет, щелкунчик. Ну, по крайней мере, вот который сейчас будет выбегать, он очень похож. Вот он, бежит злой. Точь в точь, как щелкунчик. Ладно, фиг с ним. Давайте дальше кромсать. Так, если мы с вами перешли на 50 уровне, что это за конфета такая, а? Здоровая, смотрите, а? Супер чупа-чупс вышел. Сейчас он у нас получит. Кулек с карамельками. Слушайте, это, по-моему, какой-то новогодний шар или что-то типа в этом роде. Все, пошел отсюда, откатился. Я ем чернику для радости. Нужно 5000 желудей, а у нас, ребята, всего лишь 2000. Надо копить деньги. Так вот, я говорю, если мы с вами на 50 уровне перешли на вот эту локацию, значит, следующая будет на 100. Ё-моё, это ж сколько нам тут их бомбить? Слушайте, игра будет, наверное, довольно-довольно долгой и длинной. Но все равно, ребята, пишите мне в комментариях, хотите ли вы смотреть прохождение вот именно этой игрули. Хотя у нас очень много накопилось чего, но в отличие от других, здесь особо делать нечего. Будем просто кликать. Так, ну-ка, покажите-ка мне, кто это такой вообще? Вот он, Смурф. Нифига. Слушайте, у него наколка, как у Папая. Смотрите, на плече. И в то же время он какой-то как демон с сигарой. Кто такой? Откуда взялся? Непонятно. Так, ну что, скоро мы с вами на 70 уровень перейдем. А там и до 80, а там уже и соточка будет. И посмотрим с вами новую локацию. Так, у меня сила клика уже 50. Это хорошо. Я могу даже еще немножко повысить. Уже не могу, почему-то куда-то очки. Мне такое ощущение, что автопрогресс, который вот у нас стоит здесь галочка, он сам все за меня делает. Почему-то мне такое впечатление. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Так, ага, значит, на круглом уровне, так скажем, на 70-м, потом 80-м, будет выходить вот этот вот кулек с карамельками. Давайте-ка его расколбасим. Я не понимаю, я его вообще бью, нет? Вот, сейчас уже бью, видно. Так, хорош, хорош тут прыгать, кузнечик. Давай, пошел отсюда. О, рука Гомера мне вернула собаку. Сейчас вернут этого синего монстрика. Так, сила клика 55 у нас стала. Замечательно. Ну, давайте, возвращайте мне этого синего смурфа. Который ест чернику. Поэтому он и стал таким якобы. Так, мелкие щелкунчики. Все, мы их разбомбили. Бесконечные отряды. Из-за чего у них тут пошла вот эта вот войнушка? Мне тоже интересно узнать было бы, с какого перепуга они тут все так взгоношились. Давайте я вырублю нафиг этот автопрогресс. Посмотрим, что будет без него. Лучше, не лучше. Так, 72 уровень у нас с вами. Ну давай, 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 быстрее. 72. А почему 73-го нету? А, автопрогресс, наверное, ребята, нам дает автоматический переход на следующий уровень, да? А так мы с вами будем сейчас вот здесь, по ходу дела, зависать. Да, так и получается, мы не перешли с вами на 73 уровень, а стоим на 72. Так что автопрогресс нас автоматически перекидывает на другой уровень. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этом я буду, наверное, закругляться. Мы с вами увидимся в новых видосиках. Если вам понравилось, то, как всегда, лайк, комментарий с вас. Все, всем пока и до скорых новых встреч, ребята.